Всем привет! Я. Добрый день уже, вернее. У нас начался день, как обычно, с уборок, с моек. Вот решили искупать Эльку. Стоит как вкопанная. Налила ей воды, думала, она тут будет что-то делать. Так нет, она стоит себе молча. На, Ванюша, ковшик. Выливай с ковшиком, только аккуратно ушки. Может, водички еще добавить? Наверное, да. Как оно? Ну, ничего, что я скажу. Немного она отошла. Она уже вчера игралась. Покушала и вчера, и сегодня. В общем. Эля, вот такая мордашка у нас. Девочка Эля. Вот. Дальше у нас в планах. Мы, конечно, выйдем на улицу. Хотя сегодня, как обычно, ночь была веселенькая, страшная, да. Вот. Были взрывы в некоторых районах. Уточнять, естественно, я не буду. Еще планирую к маме съездить. Она просила с ней в магазинчик сходить. Ну, в общем, дальше посмотрим, как оно пойдет. Главное, чтобы не было этой тревоги, в общем. Ладно, продолжаем дальше купать собаку. Все. Увидимся позже. Продолжаем вчерашний влог. Вчера ничего не снимала. Пришли в магазин и домой. Сегодня приехали к маме. С мамой встретиться, погулять, пошопиться немного. Потом придем домой, покажу. Куплю что-нибудь, не куплю, еще не знаю. Ванюшка у нас, как обычно, на качельке катается, да? Да. Такая площадочка у мамы небольшая. Во дворе горка, песочница. В общем, заодно забрала свою обувь. Только да, у мамы зимой жили, я ее оставила, а тут только нашли. Мама нашла, передала мне. Вот что могу вам сказать. Стреляют, как стреляли, так и стреляют. Ну, сидеть дома постоянно тоже не вариант. Надо тоже двигаться. Мы когда вышли с Ванюшкой до остановки, дошли троллейбусную. И сирена заорала. Ничего, в принципе. 3 минуты прошло, ракета не прилетела, и норм. Да, Ванюшка? Да, она за секунду может вылететь. Так, качаемся. Сейчас ждем маму. И пойдем в магазин. Мне еще нужно в ВТБ Ване хлопики купить к молочку. Потому что уже закончились. Такие делишки у нас. Что вам еще интересного рассказать? У мамы так на районе движничок такой нормальный. Людей приличненько. Машина проехала, ну так, на детских площадках, то дети, конечно, побольше, чем у нас. Но все равно я воздерживаюсь от этих детских площадок, там, где все равно много народа, много людей. Я туда не хожу. В гуманитарках тоже не стоим, потому что это страшно. Был уже ж прилет у нас в гуманитарку. Вот, и тогда пострадали люди. Мне как бы не особо хочется. Хочется, в общем, жить, чтобы было все хорошо и побыстрее все это закончилось. Вот. Хорошо, тогда еще продолжим дальше нашу экскурсию. С мамой в магазин пришли. Мерили курточки, платьишки. Мама выбрала платьишко у нас. Хлопок. Натуральный. Плохой магазинчик. Оп, закрылась. Идем. На выход мама взяла платьишко. Посмотри, кто такой. Тоже хороший. Кто такой?
Добрались мы до нашего района. Ванюшка пьет, жарко. Очень жарко у нас. Очень жарко. Нос чесался. В общем. Ну, потому что жарко. Так еще. Ничего нет у нас. Не поплавать нигде, ничего нельзя, потому что все закрыто. Так мало того, что еще жарко, так все на пакетах идем. Да, как обычно, с пустыми руками Вика не ходит. Понабирала, блин. Там пакет, там пакет. В общем. Какие дела. Сейчас домой дойдем. Я не знаю, когда дойдем. Уже 4 часа еще кушать готовить. Нагулялись сегодня. Плохо, я же говорю, что закрытый водоем и нельзя никуда. В Полтаве так было хорошо. Речечка рядом недалеко. Ну, мы когда были там, на улице еще холодно было, никто не плавал. А сейчас, конечно, я завидую людям, те, которые на пляжу. Ну, а мы... Мы магазин, дом и все. Ну, вот к маме сходили в магазин и полазили. Чуть-чуть пошопились, а так... Больше особо и ходить некуда. Я же говорю, не поедешь ни в центр, нигде не погуляешь, потому что нельзя. Обстрел. В общем, скучно. Снимать толком тоже ничего нет. Только дом и поход в магазин, да и все. Особо, да, Ванюшка? Да. Устал, бедный, тащит две сумки. Ой, это ужас. А ты вообще? В общем, у нас как обычно. Сегодня очень жарко, очень жарко. Ванюшка в кроссовках. Да. В общем. Дойдем домой, покажем, что мы там приобрели, в общем, как говорится. Так за нами вообще бабочка черная увязалась. Кошмар, бабочек боится, всех боится, ужас какой-то. А ты пауку боишься? Да. А я не боюсь. Короче, сзади у нас площадка тоже спортивная. Никого тоже нет вообще, никого нет. Пусто. Пусто. Немножко посидим, передохнем и пойдем дальше. Нам, в принципе, осталось уже пройти. Метров 50. Чуть-чуть. Ну, устали. Ну, метров 200 еще. Все. На связи. Наконец-то мы дома. Веля уговорила ребенка купить ягоды. Лето на дворе. Ни клубнику, ни черешню. Вообще ничего ребенку этому не хочется. Вот это дали попробовать, он сказал добро. Сейчас я ему намою и пускай лопает, потому что я не знаю, что это вообще или жарко на улице, или что, я не понимаю, у ребенка аппетита нет вообще, просто нет аппетита. Просто вообще нету аппетита, я сама не знаю, что происходит. Вот никак ему кушать не хочется вообще. Просто то молочку одну давай, для опять хлопья купила. Да, Ванюш? Я хотела... Так все, ты тоже хотела, но обиделся, что я не снимала, Ваня, обиделся. Да. Сейчас я тебе домой черешенку принесу. А что, она помыта? Да, но подожди, я туда в желтый судочек возьми, пересыпь. Ага, а как? Ну вот так, ручками берешь. Ага, а мне руки... О, а что с руками? Ну это побобевшие. Это потому, что у Вани витаминов нету, да? Да. А зачем? Каплю. На. Ешь, котяры, я сейчас умру. Вера. В общем, пускай хоть что-то есть. Да. Утром достала грудочку. Она у меня уже разморозилась. Хочу сделать с овощами. Ну, туда лук, морковку, перца болгарского. Вот, идеальненько будет. Да, у нас же вообще огромный дефицит соли в городе. Нету соли, нету. Есть только йодированная, по-моему. Нашла сегодня в Авроре с мамой. Мы взяли по вот такой полкилограммовой банке курящая универсальная. Ну, типа 10 овощей, типа мивины, вот что-то такое. И мивины приправы тоже нету. Вот нету ни соли, ни вот ничего. Не знаю, попробуем, но это хоть лучше, потому что, например, Ваня там перемешивает, если ест, то нужно добавить приправу такую вот. То он любит майонез, хлеб с приправкой. Ну вот, что там еще. Ну, я же говорю, что вот это вот нашла, и то, если бы она подарит, идеально. Таких
Ну, по цене, правда, вот если сравнить с раньше, когда Мивина стоила 6 гривен, например, пачка, то вот эта вот баночка полкилограммовая стоит 44 гривны. Да. Сейчас пойдем покажу, что я купила себе. Тут же без вот этой девочки Ели, ну никак не справится, ну никак не справится без девочки Ели, да? Пришла показать вам шорты, что купила. Мама ж платьишко себе купила, а я купила себе шортики. Вань, возьми это. Видите, что делает? Ну вы посмотрите, ну вы посмотрите на эту девочку Элю. Что-то не сфокусировалось. Вон. В общем, взяла такие шортики, то это меня мама уговорила. Потому что она не фокусируется. Меряла 44 размер. Как-то были впритык. Взяла 46. Ну, знаете, короче, в общем, как прогулочный вариант с ребенком погулять. Думаю, нормально. Что у тебя сушка? И по цене, в принципе, адекватная цена. Все равно сезон один бегаешь и все. И потом кармашков здесь нету. Ну, в принципе, пойдет. Уже пришла, стирку загрузила. Сейчас будем готовить кусать. Да, Эля, а может попозже вечерком пойдем с Элечкой пройдемся обязательно. Она потом добрая, спит себе, отдыхает себе спокойненько. Ванюшечка, он у меня уже кушает, кушает. Ну что, вкусненькая? Да. Вот и в трусишках? Да. В трусишках, не буду я тебя снимать в трусишках. В общем, пошла я на кухню готовить, кушать. Все у нас... Балкон не открываю, видите, потому что там солнце очень жарко. И еще шершни. И шершни, да, и все подобное. Все, Эля, говори пока-пока.